Всем привет! Первое число месяца. По привычке заполняю финансовую отчетность. Это позволяет всегда оставаться спокойным и держать руку на пульсе, особенно когда живешь не от зарплаты до зарплаты. Цифры получились относительно так себе. Ну, что касаемо расходной части, так она вышла приблизительно такой же, как и предыдущие месяцы, в эквиваленте равной 380 долларам. А вот доходная часть вышла впервые за все нахождение здесь, в деревне, и стала равной нулю. Вот как выглядит результат проведения досуга в праздности и лени. Ну и это сильно повлияло на весь капитал. Он просел практически на 40% и стал равен на текущий день 470 долларов. Это где-то полтора месяца до банкротства. И не все так. Сегодня хотел заказать материалы для ульев и заметил, что может образоваться кассовый разрыв. Получается, что практически все сбережения у меня в иностранной валюте, а как оказалось, банки, находящиеся в моем городе, не все валюты принимают к обмену. Ну, к примеру, остались злотые от жизни в Польше. Да и еще не приняли несколько купюр в таком пошарпанном виде. Так вот, планирую завтра поехать в столицу и поменять их. Ну и заодно заскочу в Национальный банк, попробую обменять 3 миллиона дедовых сбережений, которые я нашел у него под матрасом, когда убирал весной в его комнате. Ну и еще заеду, обменяю золотую монетку. Как раз покупал я ее ровно 3 года назад, 1 февраля 2021 года. Ну тогда она обошлась мне в 1300 рублей, это где-то около 500 долларов по тому курсу. Ну, не знаю, заработать на ней, скорее всего, не получится, так как известно, что золото лишь инструмент для сбережения капитала. Это не изменит текущей ситуации, лишь на месяц-другой отложит неизбежное, поэтому стал подыскивать работу. Пока рассматриваю удаленные форматы, так как это более выгодно. Ну, экономишь практически полтора часа каждый день на сборы и поездку туда-сюда. Там уже не будет такой статьи, как транспортные расходы. А с моей прожорливой машиной в месяц будет выходить где-то около 100 долларов в эквиваленте. И то без учета амортизации. А это где-то будет треть зарплаты, так как раньше видел вакансии в городе с зарплатой около 900 рублей. Подходящих вакансий не так и много, да еще и с моей репутацией. Много предложений в продажнике. А что, можно попробовать? Сидишь себе, болтаешь по телефону. Вроде бы и опыт есть небольшой, и теоретическая база. Да вот только что там нужен для IP-телефонии хороший интернет от 20 мегабит. Ну, я вроде бы свой разогнал до 50. Да вот только что-то, когда были сильные морозы, упал он до 7. Не знаю, может быть, антенну подморозило. Но, скорее всего, думаю, что провайдер снизил. Несколько резюме разослал, продолжу попозже, а пока еще не стемнело на улице пойти закончить вчерашнюю работу. Да и здесь сильно не дает сосредоточиться юный футболист. Обычно на следующий день, как загружу видео, я не снимаю, так как утром нужно его отредактировать до конца, описание дописать, субтитры загрузить, перевести на несколько языков, да и еще куча другой работы остается, которую не доделал. Так как только я снял последний кадр, сразу бросаю все как есть и быстренько иду монтировать и загружать видео, чтобы порадовать вас. Да и за время съемок другой рутинной работы собирается, которую необходимо поделать. Ну а вот сегодня сделал такое исключение, так как завтра поеду в столицу и еще неизвестно, как там все сложится.
Ну а здесь, как видите, осталось все в нетронутом виде, хотя прошли практически сутки, и порой на то, чтобы доделать незаконченную работу, уходит день-два, а то и больше. К сараю, к примеру, я с крещения уже не подходил. Хороший сегодня день для путешествий будет. На небе не облачко, небольшой морозец, а днем плюс один передает. Приехал сейчас на автовокзал, решил все-таки до Минска общественным транспортом добираться. Но дорога не близкая, моя машина любит хорошо покушать, да и асфальт не особо любит. А на автобусе все же удобнее. Можно поспать, книжку почитать, ну, либо ответить на ваши комментарии. Обычно это делаю тоже не сразу, так как на следующий день полностью погружен рутинной работой и гаджетом редко подхожу. Быстро доехал, даже еще не успел сон посмотреть. 2 часа и ты в центре столицы. С этим местом у меня само больше воспоминаний. Обычно отсюда начинались самые яркие путешествия. Ну а там через дорогу Альма-Матер. Перед поездкой заехал на заправку, еще заправился. Купил билеты сюда и обратно. И на счетах из доступных средств осталось только... Отложил бы еще поездку на несколько дней и стал бы банкротом раньше времени. Вроде бы еще и есть средства, да когда не можешь ими воспользоваться, то толку от них. В такие вот моменты и понимаешь всю важность и пользу записывания рутинного доходов, расходов и ведения бухгалтерии. Рвану-ка я сначала в Нацбанк, как говорится, первым делом самолеты. Сегодня пятница, сокращенный день. Если не успею сделать, что запланировал, то как бабка сварливая останусь у разбитого корыта. Ну вот и все, с делами покончено. Нацбанк решает любые вопросы. Да и повезло, девушка-кассирша оказалась приветливой. Как раз у них обеденный перерыв начинался, но задержалась, приняла. Да и еще попросила из другой кассы девушку остаться. Все же не растирал еще обаяние в глуши.
Поменяли все, что принес, и без каких-либо комиссий. За дедушкину заначку дали такой же пресс. Ну, там, походу, меня от нулей робило. В глазах так обсчитался. Получилось все же 2 миллиона. Ну, а здесь так много вышло. Обольщаться нечему, всего лишь 200 рублей. Это где-то около 70 долларов. Ну, а так много денег, потому что в кассе как раз не оказалось крупных купюр. Так выдали мелкими. Ну, или кассирша хотела, чтобы я задержался, подольше пересчитывал. Ну, а те доллары, которые они приняли у меня в городе, сказали, постиранными были. А я-то что? Надо же как-то деньги отмывать. Слишком шумно для моего волчьего слуха. Ехать домой, пока еще солнце не село. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. К тому же Шада там где-то бегает по улице. Всю ночь гуляла, утром в дом не заходила, сразу пошла со мной кроликов кормить. Ну а когда зашла на сеновал, увидела там кота соседского, так и осталась с ним. Вернулось уже темно было. Шада сидела на пороге, ждала. Думал, проголодался. А нет, соскучилась. Сразу есть не стала, на ручки только просила, чтобы погладил. Практически сутки дома не была. Думал, проголодалась сильно. Но, скорее всего, где-то поймала кого-то, съела. Ну или, возможно, в синях мешок с комбикормом стоит, грызла его. Она частенько, когда кроликов кормлю, приходит, дегустирует. Вчера не рассказал, монетку продал за 1627 рублей, плюс 325 практически, 25% прибыли. Но это так поверхностно, если пересчитать в долларовом эквиваленте, так как курс рос постоянно, то заработать получилось всего лишь 16 долларов, это 3%, то есть 1% в год, довольно такая маленькая прибыль. Производство и в сельское хозяйство намного выгоднее вкладываться. Посадил зернышко в землю, а через полгода уже 20. Ну, только еще надо посчитать, сколько там зерн пойдет на то, чтобы обработать землю. Ну, в этом сезоне попробуем. Даже если не получится с этим участком оформить, то у меня же есть запасной вариант, более рискованный. Я же подготовил второй участок на компостных землях. В любом случае, в этом году нужно будет хорошенько постараться и заготовить как можно больше кормов. Зерна вырастить, корнеплодов, сено накосить, насушить. Потому что в этом году практически все уже заканчивается. Картошки, там мешок, наверное, остался. Сильные морозы ее было, подморозило. Да и сено заканчивается, не уверен, что хватит до травы.
Не знаю, умеют ли они еще пить снипельных поилок. Только недавно мороз отпустило. Стали питок. Мелким подставляю. Нужно было, по идее, сразу сокращать поголовье, как только оно созрело, тогда бы точно хватило бы сена. А так и девать их некуда было. В морозилку влазит только ну, максимум два кролика вот-то. И кормлю их, постепенно сокращая. Тут сейчас и это поколение подрастет. Как раз тут через месяц март, зима кончится, но травы же еще-то не будет. Если что, буду зерном докормлять. Ну или попробую прорастить его, чтобы трава была. Хорошо, хоть сильные морозы отпали. Ночью плюс был, сейчас плюс. Да и вроде весь февраль передают, что будет такая температура. То плюс, то небольшой морозик. Единственный минус только, что если снег раньше времени сгонит, так в посевную запаса воды будет немного. Зато тепло, так расходы кормов меньше. Пойду гляну заодно, какие там обстоят дела с запасами у пчелок. Хватит ли им? В этом тауле, скорее всего, и пчел-то уже нет. Рой был слабенький, постоянно угасал. Я его осенью подкармливал, но запасов все они не собирали, скорее всего, их оборовали. Здесь немного подмора есть. Скорее всего, их сюда повытаскивали. Чуть-чуть отзывается, шорох есть. По всеми, по идее, должно быть получше ситуация. Там-то у них запасы кормов были большие. Сейчас попробуем еще крышку снять. Внутрь-то особо не заглянешь, это придется рамки раздвигать и клуб разрывать. Пчелы начнут нервоваться, стресс заедать, а кормов и так немного осталось. Я им на всякий случай тут кормушку оставил, чтобы можно было в теплую погоду, если что, подкормить. Хотя я на них вообще уже не надеялся. Через стекло на крайней рамке никого не видно. Открыть, быстро глянуть, чтобы сильно не беспокоить. Будет подобрать теплую погоду и попробовать тех подкормить. Но у этих дела должны получше быть. Все же я им все их корма оставлял, что они насобирали, а меда вроде было достаточно. Шабушаться, значит, есть.
Ничего непонятно. Крайняя рамка пустая. Неизвестно, с какой стороны начали есть. Может, тоже стоит подкормить, попробовать. Но в тель лезть смысла вообще нету. Как помните, там они крышку не снимешь, потому что ютятся все под самой крышкой. Ой, единственное, можно попробовать через литок заглянуть, который дятел продолбил. Тишина. Когда мороз был и заметил ту дырку, то вылазили, здесь стояли охранники. Но когда заткнул, может быть, полезли глубже